Погнали. И всем доброго времени суток, с вами МПКБК, мы начинаем смотреть группу Б, Raid Call EMS Cup. Это уже основной тур, две команды из каждой группы пройдут на LAN-финалы. Сегодня группа Virtus.pro. Они участвуют вместе с Raiders, это бывшие MyDGB, финская команда. Затем Very Games и N-Faculty. Сейчас смотрим Virtus.pro против Raiders. И тут я вам хотел бы сразу напомнить, что этих финнов обыгрывали Tarts. Наш чисто российский коллектив, который проходил на EMS через... Go4CSGO. Собственно, на этом Go4CSGO и убили MyDGB Tarts. Ну, посмотрим теперь, как Virtus.pro с ними разберутся. Я знаю, что у нас сегодня одна замена есть у финнов. Их состав выглядит таким образом. Falso, Revizer, Allu, двое Xarta и Sajerton. Я не уверен, что это их настоящие ники. Ну ладно, на отдаче посмотрим. Забирается Falso у нас в яму. Старый мой друг финский. Даже группа есть, Финрус общая. Молодой парень, сорсер. Собственно, с ним все финны тоже сорсеры. Выходят они яму. Между встречают одного. Фалсу забирает кучера. А, занят. Четыре команды забирают Досю. 4 в 2. Остались у нас Ангел и Фокс. Пытаются тащить. Фокс убивает Фалсу. Фокс минусует еще и Ревайзера с Дельпана. Ангела давят у нас на перемычке. Бомбу до сих пор не поставили игроки финской команды. Так. Задавил Ангел Саджертона. Поставил бомбу к Сарте. Убил Фокса один в один с Ангелом. Два минуса уже сделал Ангел. Пошла флешка в лицо под эту флешку. Ох, не попадает к Сарте. Хорошо, как для Ангела. Ангелу надо пойти и дать ваншот. Просто ваншот один. Один раз в голову. Там броня... Нет, там нет брони. Можно даже и по пузу две пули. Но там 24 хп снимет. По пузу не попадает Ангел. И первый раунд за Raiders. Сейчас я посмотрю состав. Саджертон и Ксарте, да, правильно, ники я сказал. Правильно. Пошла у нас серия отдач от Virtus.pro. Заходит на мидл Аллу. Бизоны. Ой, у всех бизоны практически финнов. Только у Ксарте есть P90. P90 помощнее будет. Virtus.pro решили засаду на А устроить. Забирают ревайзера. Теперь есть один девайс. Ну, слабенький, но все же. Заходят на Б, на пустое. Финны. Пока что они не знают, что Б пустое. Все чекают. Теперь уже поняли. На форесте никого не было. Гвардия убивает Аллу. Пошла ХЕ в библиотеку. Ну и посмотрим, как Virtus.pro попробует у нас забрать этот раунд. В библиотеку лезет один враг. Можно его забирать быстро. Фокс стреляется с ним с бизона. И уходит. Не, не уходит, не уходит, давит, давит Virtus.pro, но Аллу справляется с двумя в библиотеке, остается Фокс один, пытается убежать, отстреливает Ксарте, ныкается в перемычке, ну вот тут уже Зиги давят. 2-0, Raiders ведут. Один должен был быть экономический раунд, но Virtus.pro решили закупиться. И, похоже, нет, чувствуют, что могут закупиться Raiders. Они взяли два гана. Но преимущество все равно по оружию сейчас у Virtus.pro. Аркада от Ангела на мидл. Доси покоцал сильно Фалсу. Держит у нас по дефолту Virtus.a. Один в зиге, один мидл и двое А. Ну, собственно, Фокс на Б. А сейчас финны собираются у нас под Б. Дымят перемычку. Дымят окно.
Фокс стоит с кольтом, если что, в доме. На него выходят двое. Даже трое. Пошла раскидка от финнов. Ослепила Фокса. Дропается он сразу же вниз. Но сейчас ему насувать могут в ближней дистанции с этих поганых бизонов. Да, добивают Фокса. Убирают. Убирает ангел Аллу. В живых остались только Ксарта и Ревайзер. Два АК Гана у финнов. Справились Виртуса с этим раундом. Благодаря закупу 1-2 ведут пока что Рейдерс, но инициатива у Virtus.pro. Virtus.pro обязательно надо выигрывать этот матч, потому что с Very Games еще непонятно, что как будет. И, естественно, обыгрывать InFaculty. Для формы Virtus.pro ничего плохого не хочу сказать, но все-таки подсдали после ухода Ангела. И иногда очень трудные игры показывают нам Виртуса. Выход на А произошел от Рейдерс. Просто всех расстреляли с пистолетов. И Кучера, и Досю. Вардиан коцный. Двоих успели отстрелить Виртуса. Но 3 в 3. Бомбу сейчас поставят. Два гана есть у финнов. Фокс получил флешку в лицо. Ангел хорошо отработал с Дельпана. Спалил третьего. Ну, его сейчас должны добирать у нас Виртуса. Фокс его отстреливает. Это был Аллу. И 2-2 становится счет. Виртуса могут проиграть что Рейдерсом, что InFaculty. То есть сейчас настолько нестабильной стала команда. Что может проиграть даже таким середнячкам, как InFaculty и Рейдерс? Ну, Рейдерс это не особо середнячки, это нормальная команда. И InFaculty тоже. Я их зря так называю. InFaculty одна из сильнейших немецких команд. Ну, наверное, вторая после успеха десяток на StarLadder. А Raiders, можно сказать, что сейчас сильнейшая финская. Забегает Ревайзер у нас в перемычку под флешки с ямы. Ничего не получилось. Его забрал Дося на медле. Саджертон убивает Ангела 4 в 4. Гвардиан хорошо зашло с ВП. Минус 2 от Гвардиана с ВП. Есть у нас у Аллу такой же ган. И живой остался с ним Фалсу. Заходят оба с ямы. На планете Аллу промахивается по Кучеру. Разменивать Фалсу ничего не смог. 3-2. Virtus проведут. Два Virtus проведут. Есть отдача у финнов. Все должно быть хорошо. Должен этот раунд забираться. Хотя пистолеты финнов это отдельная песня. Ослышил ангел врага за зеленым. Подкинул еще и хаешку. От него увернулся финн. Это у нас и жетон там стоит. Также и бомба есть на медле. Ангел убивает. Но ему попадают все-таки в голову. Задавили Гвардиана под люлькой. Ух ты, и в респу нас аж прыгнул Фалсу. У него есть АВП в руках. И его добирает Дося. Не смог реализовать он подобранный ган. Гвардиан аж офигел, что с ним сделали. Просто запрыгнули, видимо, на голову. Гвардиан испугался. Отдается Ксарте, остались у нас, остался живой Аллу. Дося отстреливает Аллу, 4-2, ведут Виртуса. Есть закуп у финнов, есть закуп, но... Да-да, ВП купили. Отправляется Аллу стреляться с медлом, будет ли... Нет, Гвардиана тут не будет. Зато есть Дося. Вот Дося сейчас может поймать вполне Аллу. Он его ждет в перемычке. Зиги аркада от Ангела. Задымили все Виртуса. Саджертон убивает Фокса под Б. Выход на Б проходит. Ангел торопится быстро под Б отойти. Ну,
Дает он все-таки зайти на плент и поставить бомбу. Отстреливает ревайзера. Получает КЕ в лицо. Тут же минус от Фалсу. 3 в 4 остались команды. Сзади приходит у нас Дося. С подвала. Зиги Гвардиан. И Зиги же Кучер. Очень много финнов сейчас в пленте. У них отличные позиции. Гвардиан отстреливает Фалсу с ВП. Гвардиан пытается найти кого-то на форесте. Промахивается он по Аллу. Приходит... А, Дося решает сейвить у нас, видимо, Virtus.pro. Третий раунд отдают. Вот сейчас Фокс погиб. Фокс погиб, и фактически из-за этого одного минуса был отдан раунд. Гвардиану надо идти на мидл. Чтобы не давать так просто бегать по нему врагу. С ВП особенно. Пошел смотреть мид. К нему не идет Аллу в этом раунде. Ребята из бывшего MyDGB вроде бы собираются под А. Но тут дым лежит у них в яме. Ковры, если что, второй дым будет положен. На медле хозяйничает Гвардиан. Все спокойно. Ангел даже подаркадить решил вперед. Под флешку он хочет забрать Ксарте. Да, забирает он Ксарте. Выход пошел на А. Убирают Кучера. Дося у нас в коврах в дыму. На Гвардиана давят перемычку. Но он выжил. Дося остается в коврах. Его палят. Знают о том, что он в коврах. Ой, какие флешки грамотные полетели от Рейдерс. Ревайсер, правда, ослеп и не смог убить никого зажимом. Я-то думал, он попадает. Дося минусует одного. Остается Аллу единственный с ВП. Его убирает Ангел. И это 5-3 в пользу Virtus.pro. Что у нас по фрагам? Девяточку у Ангела, 9 у Гвардиана. Пока все спокойно. Единственное, что вот не очень был приятен выход на Б. В позапрошлом раунде. На закупе идут финны в очередной раз туда. Под Б. Четвером уже и пятый подтягивается. Алло, один на медле. По бревнышкам прыгает, чокает щелочки. На медле он может встретить Гвардиана. Гвардиан, ой, как агрессивно играет. Убегает Алло под Б. Ну и все дело за Фоксом. Фокс с ВП. Он попадает в ногу Ксарте. Встает в позицию в другую. Сейчас полетят ему флешки в лицо. Поверху. Ослепило, ослепило. И дым бросили. Разворачиваются финны. Ну, они не развели. Вот видите, Кучер у нас дернулся было. Фокс кричит, нет, нет, это не выход. Выхода нет. И возвращается спокойно Кучер стоять с Досей. Слышит Доси теперь, что враг выходит с ямы. Минус один. Доси очень напряженной позиции. Убирает еще Иксарте. Остается теперь Кучер на апленте. Помогает ему Гвардиан, если что. Первый минус. И второе от Кучера. Шестое очко есть у Виртусов. Сегодня... Вообще у нас эта неделя очень жесткая. На этой неделе только в пятницу не будет игр в КС. А, потому что на этой неделе DreamHack. Начнется он в субботу. Но я в субботу стримить его не смогу. С 6 вечера будут у нас отборочные на FMR Land Cup проходить. Тем временем на отдачу выходят снова на А игроки Raiders. Отстреливают Кучера, отстреливают Досю. Вот молодцы-то. Гвардиан у нас будет пытаться убить бомбу. Промахивается гранатка. Ай-яй-яй. Ангел прострелом убирает ревайзера. Есть ган у Аллу. У него 100 хп. Но тут же получает он от Фокса в лицо. Саджертона отсекли дымом. Бомба не диффузится пока. Не знают, что Саджертон у нас находится на Дельпане. Ай-яй-яй, убил его Фокс. Очередной ваншот с пистолета от Фокса.
7-3 стал счет. Сегодня, ребят, трудно будет микс сыграть, потому что, во-первых, игры EMS, а во-вторых, после этого не по Nexus на Fnatic Fragout. СВП Гвардиан палит, ему прилетает дым, он в этот дым пытался пульнуть, не попал, проход в зигзаг. В зигзаге встречает всю атаку Ангел, получает до 15 хп, убил он Саджертона, кидает ХЕ под ноги. И его добирает Фалсу. Фалсу заходит на плент, СВП у нас есть Фокс, который разрывается между зигзагом сейчас и самим собственно, домом. И захалдились у нас Рейдерс, решили перетягиваться под яму, видимо. В аркаде стоит кучер в яме. Игра сегодня у Na'Vi это Starladder. Нет, не Starladder. Это Есея, видимо. Кучер встречается с ревайзером, забирает того зажимом. Ничего сделать пока не может Фалсу со своей удобной позиции на верхниде. Его ждет Досян. Тиммейты зашли на мидл. Дося отстреливает Фалсу. Фокс минусует Аллу. Остался один Ксарте. Ну и его, собственно, Дося вместе с приходящим с зигзага Фоксом должны забрать. Вот еще Гвардиан решил поджать. Видит голову, сам пропрыгивает. Пришел Дося, забрал в спину. Оп, не забрал, но тут Гвардиан подстарался. 8 очко есть у Виртусов. Рейдерс пока не могут найти ключика к обороне на А. Почему-то два раза пытались выходить дом и останавливались. Вот это мне было непонятно в игре финнов. Вышли на А. Снова на отдаче. Дося встречает третьего уже. Минус 3, минус 4. Давай пятого с пистолета. Не дал Фокс. Ха-ха, в дым дал. В затылок выстрел Фокс через перемычку. Ах, подгадил, братишки. Старший из них, по-моему, Дося. Если я правильно помню. Так что он всем заведует. В их клане. Потому и не дал. Заходит Дося в ковры, в аркаду. Есть закуп у финнов. Под флешку забирает Ксарте, пытается жать дальше, но его ловит Саджертон. С ямы у нас заходить собираются дальше Рейдерс. Пошла раскидка. Медленно играют финны. Давно уже размен был. Саджертон выходит с ковров. Да мы в перемычке и в пленте крысит у нас кучер. Ой, кучер не попадает, забирает его Аллу с ВП. Заходит на плент Тривайзер, ставится бомба. Ангел долго будет хлоповать. Гвардиан с Фоксом с ВП пытаются отстрелить врага на троне. Что у нас получается у Фокса? Он дальше стреляет смежду. Еще прострелом минусует Фалсу. Последний ревайзер в пленте. Ну, смотрим. 1 в 3 против двух АВПшников Ангела. Но Фокс сделал у нас минус 3. Он с Дельпана. 10 очко есть у Virtus.pro. Заходит снова подам. У нас напрягать пошли Б, Ксарте и Аллу. Спокойная достаточно игра. Без нервов для Virtus.pro. Саджертон заходит у нас в ковры. Получает от Доси в лицо! Кучер забирает ревайзера. Хорошие размены для Виртусов. Остался один Фалсу. 4 игрока Virtus.pro живые. И погибает Фалсу. 11 очко есть у Virtus.pro. Ну, они играют сейчас на раунды. Надо брать побольше. Вдруг ничья будет с кем-то. С
Следующая игра, которую мы покажем, будет Raiders против Unfaculty, видимо. Да. Потом Raiders против Very Games. Сегодня день финнов у меня. Из-за фаната Рока. Конечно, читаю. Ангел убивает Фалсу. Ух ты, зашли Raiders! Зашли Raiders на Б! Работает Гвардиан с ВП с дома. Пошла ХЕ. Дося отстреливает Ксарте. Ну-ка, прилетает ХЕ под ноги. 3 в 3 позиции хорошие у финнов. Только с библиотеки все идут игроки. Virtus.pro, вот сейчас Дося у нас пошел в зигзаг. Ай, хорошо, ХЕ легла под ревайзера. 3 в 2, пошли отбивать. Дося минусует Талу. Последний на форесте игрок. И Саджертона отстреливает также Дося. Минус 4 в раунде, 1 хп осталось. Гвардиан 4. Берут 12 очко Virtus.pro. Смена сторон. Да, конечно, запись ведется, выкладывается потом в канал на YouTube. Все. Можно найти на Famous Russia, можно, собственно, на самом Ютубе найти. Пошла у нас пистолетка от Virtus.pro. Канал у меня справа в верхнем углу, он иногда появляется, название. Там все социальные группы и канал тоже. Если кто может, скиньте, пожалуйста, в чат. Кучер отстреливает в коврах Аллу. Но тут у нас засада от Raiders, они втроем еще после смерти своего тиммейта держат, а? Кучер минусует еще и Фалсу. Продолжает он стреляться с П-2000 трофейного. Вот что ему так Глок не нравится? Ксарта с Саджертоном остались вдвоем. Саджертона давит Ангел. Ангелу попадает в голову. Больно. 3 в 2. Ангелу нельзя ни в коем случае отдаваться. Можно и проиграть раунд. Уходит он в яму. Тиммейты вышли Б. Поставили сейчас, поставят сейчас бомбу. Ксарта и Саджертон сейчас понимают. Понимают, в какой заднице они находятся. Ух, Гвардиан уносит у нас перемычку. Остается один Ксарта, заходит в библиотеку. Тут уже два врага есть для него. 13 очков Virtus.pro. Да, сегодня у меня финский день. Правильно все. Ангел отстреливает к Сарте. Аркада, аркада от Raiders на мидл. Убили только одного своего. Нет, своего покоцал Фалсу. Попался Джертону больно. Счет у нас 14-3 уже. Да, тап покажем. Смотрите, сколько у нас Виртуса. Настреляли. 19 у Доси, 15 Ангел, 16 Фокс, Гвардиан 14, Кучер 14. 11 у Саджертона, Фалсу 7, Ксарта 7, 6, Аллу 3, Ревайзер. Слишком быстро игра проходит, я уже забыл про тап. Еще и 20 минут не прошло от начала. Финский день в том смысле, что, к сожалению, сегодня только финнов я буду показывать. Ну, финнов буду показывать в каждом матче, к сожалению, для фанатов ВП. Сегодня аж 3 российских стримера обслуживает ЕМС. Заходят Виртуса под яму. Фокс разменивает ревайзера. В коврах Саджертон минусует Кучера. Хорошо начали. И хорошо начали Raiders. Остался Ангел 1-2. У него 2 минуса уже есть. Бомба упала между. Он ее подбирает. Поставить можно, пока еще лежат дымы. Нет, не решается. Не решается. Ставить бомбу, пока есть дымы. Комментит еще Драмер и ЕГТВ, фанат Рока, по-моему, с КСПЛ. Да, с КСПЛ. Ну, мне лично приятно за Raiders наблюдать.
финнами очень много было сыграно в свое время. Да, Матвей, конечно, тебя помню. Как же тебя забыть? Отстреливает Ангел Ксарта, отлично, 1-2 разыгрывает, потерпел аркады из перемычки, дождался, когда чел высунется, посмотреть плент. Ставится плент под... Ух ты, под Дельпан, и Фалсу дождался Ангела, пока тот высунется из-за своего укрытия. Диффузит бомбу Финн, он капитан Рейдерс, насколько я знаю. Raiders это MyDGB. Помните, такая команда финская была, которая выиграла пару, два раза подряд Go for CSGO, когда там проходила акция, что если ты выигрываешь Go for CSGO, ты попадаешь в Red Call Cup. Они еще там пару игр выиграли, собственно, на самих Red Call Cup. И в итоге они с 16 места прошли. С 16. Были MyDGB и лишились Орги прям вот перед DreamHack'ом. Сами, кстати, эти финны выиграли отборы на DreamHack, финские. И, собственно, вот несколько дней назад, по-моему, дней 6 назад, была информация о том, что они потеряли оргу и теперь называются Raiders. У нас есть закуп Virtus.pro. Кучер отстреливает у нас под ямой двоих. Убегает, заходит в перемычку Ангел. 5 в 3 остались команды. Зиги у нас поднапрягает Ксарте. Получает в голову от Фокса. Хорошо, медленно заходит Виртуса у нас на плент А. Аккуратно отстреливая каждую возможную аркаду на плент. Убили Аллу спокойно, прикрывая друг друга. Остался один Фалсу. Он не стал отстреливать бомбу, ставящуюся. И погиб от аркады с люльки. 15-4 стал счет. Virtus.pro ведут. Нави пролетели мимо ланов вчера. Да, да. Теперь единственная надежда... Не, не единственная. Две возможности есть у Нави попасть на ланы. Летом это на StarLadder. И на ЕСЕА финалы. Ревайзер с Дигла. Ух ты, что же Ревайзер творит с Дигла. Минус 2 он дает на медле. Убивает Фокса и Гвардиана. На DreamHack не едут. Нави. Нет, дальше не зашло, конечно. 3 в 3, тем не менее, остались команды. 15-4 счет. НС пишет Гвардиан. Да, это были хорошие выстрелы. Нет, Raiders посильнее Sprint Fox. Ну, вот да. Они по рейтингу EMS стояли на одном месте. Погибают у нас Ксарта и Фалсу. Остается один Сажертон с Диглом. Он под коврами крысит. Ну и сейчас его найдет у нас Кучер. А, нет, не найдет. Ну-ка в затылок. Добивает затылок Кучера. Остается 1-2. Пытается стреляться с Досей, но получает в голову с кольта. 16-4. Именно с таким счетом у нас заканчивается матч Virtus.pro против Raiders. Virtus.pro уверенно занимают первое место в группе. А мы уходим на перерыв. Ждем мы окончания матча в Regames and Faculty. И будем смотреть Raiders против and Faculty. Я пока ухожу на перерыв.